Блин, наконец-то я со связью. Даже вообще не верится. Единственное, как бы у меня зарядка не села. Всем привет. Всем привет. Сейчас покажу, в каком я замечательном месте. Я на Сицилии. Сейчас покажу, какие у нас здесь виды. Только посмотрите. Вообще, да, здесь супер. Да. Вот участники тут выходят с завтрака. Участники фитнес-тура. Еще пока не вся команда у нас собралась. Но вы только посмотрите, как здесь красиво. Очень красиво. Я на Сицилии. Я на Сицилии. Не могу вам передать ароматы, которые витают в воздухе. В телефону это вообще не передается, к сожалению. Сейчас выйду в другое место. Вот здесь вот у нас проходят вечерние посиделки. Вернее, вчера только они начались. Вчера мы тут вообще отлично посидели. Так, а вот у меня тут моя приятельница Юлечка. Юль, ты в прямом эфире. Так, да, до какого числа мы там? Мы уедем 11 числа. Вот тут у нас еще группа завтракает. Мы будем буквально каждые 2 дня передвигаться вообще по новым местам. Вот, 2 дня мы будем находиться вот здесь, вот в этой локации. И завтра мы уедем, сегодня мы поедем на море, на пляж. Я на Сицилии. Я еще раз просто повторяю для тех, кто только-только присоединяется к прямому эфиру. Вот, сейчас покажу. Вот я тут дальше чуть-чуть вышла. Посмотрите, какая здесь красота. У нас отель, который поддерживает, так сказать, отдыхающих, так называемый агротуризм. Я вчера услышала это слово от Жени. Они нас встречались с Ксю Буэна в аэропорту. Говорит, агротуризм, агротуризм. Поэтому, говорит, мы остановимся вот в глуши. В такой. Посмотрите, вот у нас тут бассейн. Сейчас я пойду загорать. Леночек! У меня работает мегафон! Да. Вот. Там наши девочки вот загорают. Сейчас я тоже туда пойду. Вот очень красиво, очень красиво. Но мы тут как на отшибе. Поэтому, соответственно, вот мы вчера заезжали в супермаркет, я выставляла истории, да. Соответственно, что купили, то и будем тогда, то и будем есть в течение дня. Добрый день. И тут очень вообще мало отдыхающих, практически только наша группа. Вот. Вчера купили сим-карту. Почему у меня засада вообще со связью? Вчера купили местную сим-карту итальянскую какого-то оператора. И сам факт, что нифига у нас вчера с утра это все сделали, чтобы быть на связи. Спасибо. Да, красиво. Вообще вокруг просто красота. И в результате она у нас нифига не работала. У нас тут очень красиво. На самом деле. Вот. Вилла обычная. Вот мы живем вдвоем с моей подругой, с Леной Шапиловой. Живем в вилле 4 номера, двухместное размещение. Поэтому, в принципе, там я даже не туда не пойду. Вилла здесь вот буквально 5 минут мне идти находится. Вот. А вот тут такое вот место замечательное. Мы здесь вчера немного согрешили. Мы вчера пили вино. Вовочка, мой дорогой! Привет тебе, мой котик. Юлечка переживает за тебя. Вот она тебе передает привет. Говорит, как же там Вованчик. Я слышала сегодня твой голос, прям как бальзам на душу. Смотри, как у нас тут красиво вообще. Мы вчера ужинали вот за этим вот столом. Тут постелили белые бумажные скатерти. Нам вчера тут накрыли, поставили вино. Ужин был вообще
так себе, скажем, оставлял желать лучшего, но был неплохой горячий. Была курица с картофелем запеченным, остальное, и был хорошее вино, все. Остальные все закуски были фигня, вот так скажем, мягко скажем. Вот, Юлечка вчера приехала уже вечером, поэтому мы еще, как говорится, можно сказать, и не виделись. Но она сегодня меня спасла, она мне дала, потому что я говорю, я не бум-бум вообще в телефонах, она мне дала так называемую иголку, да, чтобы я смогла... А зачем ты ее всегда с собой носишь? Потому что вот такие ситуации часто случаются, да? Да ты что, да? Вот, вот. Вот это вот игла, да. Если вы едете за границу, да, Володя, ты тоже тогда должен так же делать в следующий раз. Ты должен брать иголку. Так. Да, людей нет. Но мы сегодня должны ехать на пляж. Мы должны ехать на пляж. И там будут люди. Мы сегодня должны ехать на море. А тут-то вообще просто. Вы посмотрите, какая красота. Вообще нереальная красота, поют птицы, мы сидим в прохладе, под тенистым деревом, вообще очень мне вот это все нравится, но я, такой отдых я люблю, но чтобы он длился очень недолго, скажем так, да, то есть там денек посидеть в такой прохладе под деревьями нормально, а больше это уже будет, ну для меня уже будет напрягом, вот. Что еще такого рассказать? Очки, я извиняюсь, снимать не буду. Видок оставляет желать лучшего. Вот, поэтому я думаю, что вы на меня не обидитесь, да? А если мы будем с вами общаться... Я поменяла мегафоновскую... Привет! Привет! Я поменяла... Опять я объясняю, кричу. Сейчас пойдем посмотрим, что они там. Короче, встретили девочек, которые ехали уже, наверное, на протяжении суток. У них что-то была какая-то задержка рейса. И только-только вот сейчас их встретили. Так. Вова спрашивает, что за иголка? Он говорит, уши хулиганам прокалывают. Да, спасибо большое, да, тут вообще просто шикарно, но Сицилия, на Сицилии я ни разу не была, вот, поэтому, так. Так, почем там сим-карта? Смотрите, мы вчера купили за 20 евро сим-карту местного оператора связи. Полчаса они нам это все там устанавливали, дали какие-то бумаги, сняли с паспортов ксерокопии, заставили нас там везде расписываться, где только можно. Вот, соответственно, 20 евро мы оплатили за 50, как называется, гигабайт. Гигабайт, да, за 50 гигабайт связи, то есть безлимитного интернета. И они сказали, что типа ждите, в течение часа все заработает. Мы вчера ждали, не час, а мы вчера ждали, я там не знаю, полдня. Ничего у нас нифига не работало. Вот, в результате у нас вот Ксюша с Женей поехали встречать еще оставшихся участников фитнес-тура в аэропорт. Мы им отдали с Леной Шипиловой свои телефоны, потому что Ленок тоже купил эту же связь. Вот, и, соответственно, они узнали то, что якобы нам, где мы покупали, в крупном торговом центре, мы покупали эти симки, что они нам, типа того, эти 20 евро, они нам просто не зачислили на счет. Поэтому у нас ничего не работает, вот. Мы мучились, то есть не можем мы выложить ни сторизы, не можем мы с близкими выйти на связь по WhatsApp, да. И я вот сегодня утром, слава богу, вот у Юли оказалась эта иголка, чтобы симку поменять. Я поменяла на мегафоновскую карточку, мегафоновскую симку вставила, и все у меня сейчас вот прекрасно работает, вот. Фу, 20 евро стоимость. Ответила вроде бы как на вопрос развернуто. Так. Так, кепка, да, кепка у меня офигенская. Кепка я покупала в европейском, это Лагерфельд, Карл Лагерфельд. И также вот эти вот шлепки, там же я брала, вот такие вот резиновые, это тоже Лагерфельд. Что-то они в порядке 5000 рублей стоят. И
по-моему, козырек где-то так же приблизительно. Да, в районе 10 тысяч я отдавала. Привет! Тут знаменитый у нас фотограф. Че, у вас задерживали на сутки? Да, 14 часов. Слушай, а почему? А кто сказал? Ну, вы из Киева, да? Да, здрасте. Боюсь, что я слушай, вообще труба, да? То есть вы никакие, да? Ага. Да, фитнес-тур у нас, здравствуйте. Да, да, я боюсь, чтобы не объесться. А почему? А там они сейчас еще, подожди, они там делают, спрашивают, яичницу тебе, омлет или яйца, иди, я подойди. Я не вижу у них инициативы в глазах. Не а, ну вот так вот, да, тут они такие. Иди, скажи, что тебе там, пусть сделают что-нибудь горячее, омлет или там что-то. Они тут еле шевелятся. Мы же без связи вчера составили, а Ленка до сих пор без связи там около бассейна грустит. У меня работает украинский. Ну вот у меня сейчас вот мегафон работает, я вот пока еще более-менее там что-то как думаю, выйду я в прямой эфир, потому что вчера вообще не были на связи. Ну я смотрю, сторис нет. Да. Что случилось? Да. Думаю, вроде мы закрыты. Приятного аппетита. Спасибо. Так что сейчас пойду я к бассейну, наверное, загорать. Не, отдыхать. Я это нормально. Пожри омлет. А я себе взяла это. Да. Завтрак здесь. Ну, в принципе, можно что поесть, не, можно не найти, говорю. Что-то перекусить. Мы еще и с собой, кстати, взяли в номер на обед. Что взяли? Взяли перс. Ты знаешь, мы вчера вина нормально попили, Тань. Мы вчера попили вино, что у меня болит голова. Мы тут сидели, вот замерзли, как собаки. Вечером холодно, очень холодно. Да, очень холодно. Я принесла верблюжье одеяло с номера. Мы укрылись и сидели, то есть завернутые в пледы. Прикольно. Вот. Это Татьяна, фотограф. Она была с нами на Сейшелах. Вот, и теперь решила присоединиться к нашему фитнес-туру вот здесь вот на Сицилии. Ты до какого числа будешь? До 7-го. До 7-го? А потом-то куда? Во Францию. Во Францию? Вот, она вообще фотограф международного уровня, курсирует по городам и весим. Вот во Францию уедет 7 числа. Мало ей было задержки на сутки. Она хочет еще просидеть. Ну, не дай бог, да? Тоже не дай бог. Не, я лечу Ренейром на Марсель. А почему у вас задержка произошла? Что они сказали? У тебя чартерный рейс просто, что ли, или что? Компания такая дурацкая? Это компания, которая... Сейчас у них судебные тяжбы. Uh-huh, uh-huh. 24 мая по первой инстанции Барышевский районный суд принял, ну, было решение. Это суда. Украинская, да? Mm-hmm. Это... Лоукост. Ага. Это такие муж с женой, uh-huh. говорят, что они ищите, блестите. Uh-huh. Да, да, спасибо. А вот кто-то мне вчера сказал, что, говорит, косметика миксит, фигня. А вот нифига. Я вчера уже тот Леночек мне говорит, ты что-то так блестишь? Я говорю, вот пользуюсь средством для тела. Стоит 3 копейки, да, а блестит прям очень даже хорошо. Мы в Америке брали Victoria's Secret. Вот. Mm. Она, Очень что-то тело. Там мало, мне кажется, чтобы блеска был, mm. да. Вот то, да? что вы брали в Америке, карточку поменяла я на мегафон. А ты нормально у тебя там подходит? Нет, мегафон у меня, не знаю, нормально, нет, хрен его знает, но все работает. Я надеюсь, я тебе даже рассказала, почему. Они не пополнили контракт. Я поняла, вот. Я просто пока поменяла, то есть я надеюсь, что у нас все нормально много будет, потому говори, что я... Потому что еще много эфиров будет Юлечка вести, и поэтому, люди, смотрите Юлю. Вот все, это вот Евгения. Здравствуйте, Женя. Которая вчера выступила в роли подруги Шумахера. Я прям вчера очень сильно переживала, но все да, нормально. То есть Юля, мы решили то, что мы теперь только с ней будем ездить. Она едет. Женя, нет! Я говорю, Женя, до 160 разогналась вообще. Моя любимая скорость. Вообще офигеть можно. Вот. Так что она нас вчера тут с ветерком по автобану прокатила. Ну, если она со мной ездить не будет, то в Киеве, ну что же ездить не будет? Почему? Ну, мы ездим вместе. Так, расскажи, что из Виктории Секрет это тебя тут перебили разговором нашим, мы перебили. Виктория Секрет тоже очень... Ну, где много блесток, да? Такой, с дозатором. Да, девочка, она живет в этом. Женя не была.
подруга Ксюша. А, ага. Она приехала и говорит, слушай, ты так блестишь и так красиво. Угу, она показала угу. именно Виктория Секрет, и мы на Санта-Монике я купила. Ну, я думаю, что у нас в Москве тоже есть, наверное, да, Виктория Секрет от средства. Я... Ну, в Киеве тоже как бы есть, но я не видела такого. Ага. Так что вот, ну, короче, если кто не найдет Виктория Секрет, можете миксет можно вот купить, и также будете блестеть и сиять. Да, тоже нормально, да. Вот это надо выделить. Потом так. О, боже. Персики? Или ты? Да. Баварии большой-большой привет. Мегафон, да, сейчас не знаю, вот мегафон мне дает за 345 рублей в день, он мне дает 1 гигабайт интернета, вот, и, блин, сколько, час, что ли, у меня разговоров, по-моему, внутри сети, вот, поэтому не знаю, что там они накатают, посмотрим. Да. Так, до моря далеко, да, до моря далеко. Вот мы сегодня поедем на море. Жень, а до моря далеко, спрашивают? Ну, нам без разницы, мы на машинах. Мы тут просто вот буквально будем 2 дня находиться в этом отеле, потом переедем в другое место, поэтому нам, в принципе, все равно, как тут, далеко до моря или нет. То есть мы тут не привязаны вообще к месту. Вот, и поэтому до моря мы просто прокатимся сегодня, позагораем и все. Я на фитнес-туре на Сицилии. Нас кормят, вот мы тут завтракаем, здесь у нас завтрак входит. Вечером у нас вчера был ужин, нас кормили, а днем, в течение дня, то есть мы кормимся сами тем, что купили вчера в супермаркете. Скажем вот так, да, да, привет. Никит, привет, мой мальчик. Я вчера осталась без связи, поэтому вот еле-еле могла с вами там пообщаться. Вот нам дали тут на ресепшене их местный Wi-Fi, ну и сразу же запретили, да. Я еле-еле выжила. Но после того, что перенесли мы, выжили реально мы выжившие. Так, сколько человек в туре? Вроде бы 25 человек, что-то такое. Я вчера слышала. Тур приехал, прилетел. Так что вот мы тут вообще отлично общаемся. Россия, Украина. Мы вообще отлично общались и на Сейшелах. Поэтому кто там распространяет какую-то информацию, что типа того, Украина с Россией там не дружит и плохие отношения, ничего подобного. А если у нас родственники в России живут, что нам? Да, да, то есть... То есть мы вообще отлично общаемся, вообще просто супер-пупер. Мы просто адекватные и вменяемые, да. Не политики. Спортсмены все такие, поэтому вот мы за спорт. То есть политика это не наша. Мы за мир. А, да, за спорт и за мир, то есть мы адекватные. А кто занимается политикой, тот... Кто занимается этой херней? А, да. Так. Не продвинуться ни на шаг. Так, сейчас, в горах, да, ну здесь не такие уж прям горы, вот прям горы-горы, здесь просто, можно сказать так, гористая местность, вот, но воздух здесь потрясающий, вообще очень хороший воздух, с утра птицы поют, так, да, место неплохое, да, очень. Да, Леночке привет передам, она без связи, вот, поэтому, ну, ничего, у нее все нормально будет. Сегодня, я надеюсь, что пополнят итальянцы наши сим-карты, которые мы у них вчера купили за 20 евро, сволочь, они просто не кинули. Я принесла, взяла нам вот, да, и стакан. Привет Киеву с Днепра, привет. Да, я тоже из Днепра, кстати. Да? Да. Вот, так что вот. У нас Днепр, Харьков, Одесса. В Одессе я была. И Черновцы. Мне очень там. Какой-то разбавленный. Казахстан тоже большой привет. Так, ну что, я, наверное, сэкономлю все-таки гигабайты, вот, и выйду с прямого эфира. Позже буду выкладывать побольше сторизов. Так что всем хорошего дня. Спасибо, что были со мной. Капучино, а ла сеньора.